началась подготовка к 1 сентября, дети начали проходить комиссию, и родители сообщают о том, что последний, я так понимаю, или крайний, уж не знаю, как назвать, ортопед детский, покидает свое рабочее место. Насколько мы знаем, у нас также нет аллерголога, и какие действия будут предприняты для того, чтобы решить этот вопрос, и где вообще детям проходить эту комиссию, если ортопеда у нас не будет? На сегодняшний день, если нет ортопеда, то медицинскую комиссию в школу, в детский сад оформляет врач-хирург, который имеет на это полное право. Что касается аллерголога, то аллерголог не входит в список обязательных специалистов при оформлении медицинской комиссии детей в школу и в сад. Но проблемы физических лиц, узких специалистов у нас действительно есть. Комплектованность специалистам 52%, поэтому не хватает и ортопедов, и хирургов, и аллергологов. На сегодняшний день проводится работа по закреплению врачей, те, которые уже работают, выделение служебного жилья, а также работа по целевому направлению детей в медуниверситет. На сегодняшний день 62 человека обучается по целевым направлениям, 16 ординаторов для того, чтобы мы получили врачей узких специалистов, а также сейчас ждем результаты зачисления по данному году в Саратовский медуниверситет, кто поступил в этом году. Было оформлено 28 пакетов целевых направлений для поступления в Саратовский медуниверситет. Ну, вы же видите, что программа не совсем работает. Даже у нас новость была о том, что проще целевикам отдать эти деньги и снова не работать на территории Балаковского района. Какие-то корректировки в программу надо принимать. А что делать здесь и сейчас людям, которым нужен ортопед? У нас хирург один в больничном городке, который занят своей деятельностью и ведет еще коммерческую деятельность на стороне. Он не покроет потребности в городе. Что делать сейчас? Сейчас работают хирурги, а по ортопеду будем решать, конечно, вопрос о привлечении специалистов, а также дополнительные договора с областным специалистом, так как у нас, допустим, есть с гастроэнтерологом, о приезде периодичностью раз или два раза в месяц в наш город для того, чтобы диспансерная группа была осмотрена на месте. В случае острой необходимости это консультация на базе областной поликлиники, областной детской клинической больницы города Саратова. Вы дополнительно сообщите, когда будут эти группы врачей выездные, вот здесь Балаково, будет какой-то график определен? Да, конечно, мы сообщим. Спасибо.